Здравствуйте, с вами сегодня Кирилл Макрушин. Сегодня мы поиграем в CSGO. Опять в напарники. Я увидел, на прошлом видео стояли плюсики. Ребят, спасибо за лайки. Да, конечно, их мало, но для начала это нормально. Так, нажимаем начать. Чувак вот у нас вроде в сети, лунтик наш, лунтик. Но он скорее всего не пойдет играть. О, чувак в сети. Сейчас попробуем пригласить. Фига себе, он уже майор. Не, вон, ребят, какое звание. Ой. Кто хочет со мной поиграть, добавляйтесь ВКонтакте, напишите мне. И поиграем. Если вам нравится КС-ка, ставьте также плюсики или минусики. И предлагайте, в какую мне игру заснять, я скачаю и засниму. Потому что мне тоже уже надоедает самому КС-ка каждый раз играть в КС-ку. Ребят, если вам не надоело, ставьте плюсики. А если надоело, то... Если вам надоело, то просто ставьте минусики и пишите свою игру. Вот, мы начинаем. Сейчас у нас идет запуск. Ребят, простите, вот, если вы слышите голоса у меня в коридоре, просто там дети играют. Не обессудьте. Ребят, вам, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь с ними в соцсетях, чтобы большинство человек узнало и посмотрели мои видеоролики, чтобы им понравилось. Так, вон чувак уже побежал, мы играем за террористов. Еще раз напоминаю, тому, кому нравится играть за террористов, ставьте плюсики, а кому за спецназ, ставьте минусики. Ребят, как обычно, у меня с самого начала лагает. Вот у меня заново замутил, потому что у меня лагает. Вот так. Покупаем с вами АК-47. У нас пока что разминка. Что это не страшно, если лагает даже. Блин, я его не увидел. Вот у нас заканчивается разминка. Он меня заново убил из-за лагов. Так, у меня бомба. Как обычно, мы пойдем через вот туда. Сейчас меня отлагает нормально. Более-менее уже начало отлагивать. О, у нас опять английский человек. Блин! С этого убил. Сразу двоих. Офигеть. Сразу двоих замочил. Ладно, я понял, где они будут это сидеть. Вот, как помните, мой скин, который у меня выпал в видео. Вот. Сейчас идем через сюда. Так, чувачка нету. Значит, идем сюда. Блин, я ему... Ребят, как вы думаете, нанес я ему или нет? Он тоже этого чувака замочил. Но они ведут 2-0. Так, покупаем опять наш скин. Дигл. Дигл, дигл, дигл. Да, чувак, ты надоел разговаривать по-английски. Можешь разговаривать по-русски. Чувак замочил, красавчик.
Блин, он меня еще так замочил со своим скином. 22 ему нанес. Эх, и мы проиграли 3-0. Ну я говорю. Опять проиграли. Эх. Так, сейчас мы с вами опять покупаем. Давайте купим лучшую в этот раз. Снайпу. Вот эту снайпу. Чувак опять пошел по тому ходу. Его сейчас опять грохнут. И в чем я не сомневаюсь. Видите, его опять грохнули. Чувак, я тебя не понимаю. Блин, как он меня сейчас грохнул? 722 урона, нифига себе. Так, ребят, какая вам больше всего оружка нравится в CSGO? CS, это, АК-47 или мой скин, я не помню, как он называется. Смешанный камуфляж. Так, идем в обход. Блин, он взял пистолет для чего-то. Это не я, ребят. Не считайте меня за нуба, честно. Не я взял пистолет. Честно, правда. Не я пистолет взял. Так. Я бомбу для чего-то выкинул, ладно. Сейчас подберем заново. Так. Идем сюда. Вот сейчас я ему нанес 26 урона. Ну, блин, ребят. Это жесть. Блин, чувак нанес шума. Да, все. Я так подумал. Так. Ладно, сейчас на скоро в следующем раунде должны будут уже поменять, да? Следующий раунд, где нас поменяют за спецназ, и должны мы начать выигрывать, потому что за террористов, как вы помните, я не очень сильно люблю играть. Минус. Блин, я его не увидел, он меня с АВП убил, но, блин. Так, ну, а нас опять почему-то не поменяли, наверное, из-за того, что у нас счет такой 1-1-7. Вот так, нам на все почти практически хватает, так что покупаем АК-47 и туда бежим. О, чувак наш убил. Того чувачка. Так, зато... Блин, как он сразу двоих убил? Читер. Ну, 8-0. Спецназ победил. Нас сейчас меняют за террористов. Ой, за спецназ, точнее. Но... Так, ребят, я добавляйтесь все группу, и, пожалуйста, кто смотрит меня без подписки, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, если вам не сложно. Да как так-то? Ребят, вы видели, сколько я в него ударов просто нанес? Это капец какой-то. Да уж. Ой-ой-ой. Так. Так, ребят, мы начинаем с вами игру.
Бери в коробочку, пожалуйста. Спасибо. Так, мы продолжаем так с вами игру. Так, блин, чё я сюда залезть не могу? Ура. Где ты? Где чувак? Чувак. Чуваки, вы где? Ку-ку, 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 ку-ку. Я залезаю. Вот, видите, я залез почти. Ура, я залез. А никого тут нету. Ха. Хах, я вас перехитрил. Смотри, сейчас мы ему устроим сюрприз. Он где? Он где? В смысле, я только что пошел на его базу, его там нету. Прикольно, да? Да, он читак, он читак, он полностью читак. А в смысле, он только что... А, ну я теперь понял, он не читак. Он нормальный пацан. Нет, а он читак, походу. Ура! Он сдох. Офигеть, его грохнул, круто. Так, перезарядка. О, братан, нифига себе, ты мне красавчик вообще кинул, видели? Прямо оружку. Туда, куда надо, кинул. Так, ждем его, он там по любасу. Так, в смысле? Жесть, он меня опять убил. 88. О, красавчик, убил. Замочил. Так. Идем за закупки. Идем так сюда, идем сюда. Идем сюда, идем. Так, разминка. 43 секунды. Хана тебе, вареник. О, Илья. Какой-то Илья зашел. Ай-яй-яй-яй-яй. 64 хпшки я ему нанес. Ну нормально, пойдет. Так, залезаем сюда. Офигеть, я уж подумал, он там стоит. Такой ку-ку, и сейчас был хэдшот. Да, я так и подумал. И так оно и произошло. Да уж, ничего удивительного. Вот у нас разминка заканчивается. Так. А я маюсь какой-то фигней. Стол вылазь. У меня стол не хочет вылазить, ребят. Ладно, простите за этот шум. У меня стол не хотел вылазить. Да, пистолеты. Дигу я не хочу брать. Так что залезаем вот сюда. Сюда. И ждем птичку. Птичка, ты где? Так, птичка, птичка. Какой-то Дайт Вейдер сейчас разговаривал. Офигеть, их прям там двое. За бочку спрячемся. Офигеть, он мне хэдшот поставил. Я уже был давным-давно сдох бы. А, вот сейчас я сдох. В смысле, мне сколько не нанес? Видели, сколько я по реалю ушатал почти. Чувак, так нельзя. Так. Идем сюда. Так, идем вот сюда, залазим сюда. Залазим сюда. Идем сюда. Ура! Я его грохнул, наконец-то. О, нифига себе. Леденец? Леденец, вот это да. Я даже не знал про такой скин. Дэн, хватит ржать. Так, леденец. Фига себе, смотрите.
игрушечный леденец, который может убить с одного выстрела. О, да, он меня убил. Чувак. Жесть, такой подставон. Ну, хоть одного чувачка замочил. Так, сейчас возьмем гранаты с вами. Так, вот эту вот. Так, световую. Я думал, его никогда не беру. Она мне не нужна. Так, идем с той стороны тогда. Если он тут позицию занял, тогда идем вот сюда. Сюда. Да в смысле? С леденца замочился своего леденца. Так, опять берем гранату световую только теперь. Потому что у нас только на нее хватает. Так. И, так, блин, чувак, ты что делаешь? Так, идем сюда, кидаем. Вот сюда я кидаю. И ждем птичку. Птичка, вылазь. Так, чувак, красавчик, одного замочил. О, чувак, обоих замочил, красавчик. Даже леденца замочил. Так. Идем, покупаем опять. Гранаты. Раз, два. Все, нам хватит. Чувак, ты красавчик. Ребят, запомните этот ник, и он вообще красавчик. Если вы с ним будете играть, он будет тащить по росту. Тащить. Тащер от бога. Так, ждем птичку. Птичка, вылазь. Птичка, птичка, птичка. Вовсе не медведь. Офигеть, его видели, ребят? Я ему почти всю хпшку снес. Чувак, давай замочи их обоих. У одного чувачка вообще мало хпшки. Красавчик. Офигеть, я говорю, ребят, он просто тащер. Он, я думал, сейчас леденца продберет. Зря леденец не подобрал. О! Леденец? Чего? Ребята, это леденец, только без этого. Покраски. А, да, покраски. Это как понимать? Это оружка без скина, только со... О, нифига себе, чувак, ты красавчик. Так, охраняем с вами бомбу. Потому что птичка за ней прибежит, и нам хана. Так, все, мы с вами молодцы. Грохнули чувачка. Так, хана ему. Так, последний раунд первой половины игры. Так, и мы меняемся за спецназ. Ой, за террористов, точнее. Так, идем сюда. Идем сюда. И ждем птичку опять. Так, птичка, птичка, птичка. Ой, минус один чувак. О, все, мы меняемся за террористов. Вот, офигеть, он убил уже 10, а я только двоих убил. Ой. 5, 4, 3, 2, 1. Все, мы террористы. Вот, мы продолжаем игру. 5-3. Мы теперь за террористов. И теперь птичка у нас спецназ. Не, давайте как-то мы по-другому будем его называть. Медвежонок. Спецназ медвежонок. Не, курица вон. Хана курица. Я тебе про нее и сказал. Ну ладно, я уже понял.
Так. О. Идем туда, на вызов. Минус. Так. С чего он тащил? О. Закрученный. Круто. Так, давайте покупаем. Ребят, что вам больше нравится? АК-47 или смешанный камуфляж? Давайте я лучше АК возьму. Конечно, нравится мой скин, но, блин, вечно им играть тоже не как-то не кайф. Блин! Блин, жалко, жалко. О, красавчик. 4 хп у него осталось. Все, красавчик, вообще тащер. Просто у него 4 хп, ребят, видите, он еще и бомбу заложил. Это вообще просто красава. Так, 7-3 счет. Замочил. Где он хоть был? А, он в домике вон там был. Пошлите туда же сходим. Эй, цветы. Все, решающий раунд, ребят. Так, идем сюда. Покупаем пистолеты. Так, блин, случайно на паузу нажал. Минус. Я хотел бомбу заложить, но успел. 9-3. Счетом 9-3 мы побеждаем. Так. Чистая победа. Ладно, с вами был сегодня Кирилл Макрушин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь в соцсетях моим видеороликом. Всем пока. Всем пока-пока.